Jason. Jason Derulo. Get jazzy on him. Приветик всем. Ух ты, я что-то светлая слишком. В общем, сегодня я решила снять такой маленький влог для вас. Один день из жизни. Я помню, что меня многие просили. Долго зацикливаться не буду. Меня зовут Виолетта или просто Вилка. И у меня немножко осип голос. У меня что-то с голосом, потому что я немножко приболела, и поэтому мало видео выходит. Но я решила снять влог, да. Так что сейчас я собираюсь на маникюр. Потом я хочу купить на подарочный сертификат, который мне мама подарила в Эфраше. Там разные крема и разные там гель для волос, что-то такое вот. Потом хочу отправить посылку, которую я до сих пор не отправила. После того, как я все это сделаю, я приду домой, буду убираться, постараюсь сделать уроки какие-то. И потом встречусь со своим другом. Надеюсь, будет интересный день и интересный день. Я сделала маникюр. Да, решила все-таки сделать его. Матовым сделала. Мне очень понравился мастер. Вот я покажу вам потом на фоточке, как это все выглядит. Сейчас иду на почту, как и говорила. Надеюсь, у меня все получится, и я смогу нормально отправить посылочку. И она дойдет в наилучшем виде. Конечно, вообще молодец просто. А почта закрыта в воскресенье. Супер, супер. Ладно, прости меня, Карина, но сегодня, видимо, не отправлю тебе посылку. Надеюсь, я это сделаю в ближайшую неделю. Сейчас тогда иду в Эфраше. Это, можно так сказать, мое самое любимое место в нашем городе. И это вид из моего дома. Вот вы его сейчас видите на экране. Итак, я пришла домой и сейчас хочу посмотреть все, что я накупила. Ну да, накупила. По сертификату купила крем от Эфраше Дерма. В общем, переведу на русский. Это крем... Я прямо посчитала, говорят, что очень хорошие отзывы. Он от покраснения, его, в принципе, он не дневной, но и не ночной. То есть такой средний. Ну, думаю, мне должен подойти, потому что у меня кожа очень чувствительная и часто с какими-то покраснениями. Следующее, это я купила маме. Ну и нам вместе, нам очень нравится эта смывалка от Эфраше. Это тоник 2 в 1, то есть он как бы тонизирует лицо и смывает макияж. Очень приятно пахнет, очень нежно и очень здоровски. Вот такой крем. Ну, они все, конечно, не очень такие дешевые, но, почитав отзывы, я подумала, что лучше я куплю один недешевый, чем много разных кремов, там по 30 рублей. В общем, это крем с медом, такая серия биокультура питания, питательный крем для рук с мюслями. А забыла сказать про то, что я немножко такая, а вам не полагаются подарки, типа, покупателям, у которых был день рождения? Она такая посмотрела на меня вот так, такая, ну и, в общем, дала мне вот такой вот, не знаю, что это, себе какая-то смывка. Скорее всего, они должны всем давать вот эту смывку или какой-то подарки, но просто если бы я не сказала, мне, наверное, бы ее и не дали, так что... Будьте настойчивыми и бесплатная. И вот я сделала маникюр. Сначала хотела просто сделать обычный. Ну, то есть, ничего не менять своими ногтями. Просто, чтобы мне подрезали кутикулу. Но решила, что ладно, раз уж пошла в салон, то сделаю. Мне очень понравился этот лак. Мне делали лаком от Идунглотта. И он с таким матовым оттенком очень здорово смотрится. Но на камере не передает так, как он смотрится вживую. У меня сегодня что-то на голове, непонятно что. Ну да ладно. Типа, я просто заснула с мокрой головой. А сейчас я... У меня еще час в запасе до встречи. Да, я занимаюсь на встрече. Там мы готовим сценку, то есть мы перформеры. И в мае я поеду на неделю по обмену в Германию. Да, это очень здорово. Так что ждите, естественно. Может быть, это будет даже неделя влогов из Германии, потому что я думаю, это будет очень интересно. Сейчас я должна пропылесосить квартиру, как всегда, помыть и сделать алгебру мою. Любимую алгебру. Вот в последнее время, кстати,
Мне очень нравятся темные оттенки лаков, вот такие вот. Но это, наверное, скорее всего, потому что сейчас зима и... Потому что сейчас зима. Кстати, напишите в комментариях, какие вам цвета, оттенки лаков больше нравятся. И нравятся ли вам матовые оттенки. Вот у меня сейчас матовый оттенок, но, скорее всего, его, как всегда, не видно, потому что... Короче, я сейчас как король поеду на таксишке до этой встречи, потому что я опаздываю, как всегда. Не? Ладно, зато я пропылесосила, помогу. Но не сделала алгебру. Там там звука не будет. А для чего? Да, крути. Круто. Я допустим сделаю. Уже дома, вся такая по-домашнему одета. Я пойду к своей любимой. Где ты, моя любимая? Любимая. Стоп, а где? Вот она. К своей любимой алгебре и началу матанализа. Пока! Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на мой канал.